Здравствуйте, дорогие участники. Я Владислав Лепкост, 1000 структуры гвардии. Все-таки нам удалось ценой неимоверных усилий, длительных переговоров с местными властями открыть вот этот комплекс. Детская площадка, которая находится в провинции Аликанте, где размещен единственный офис в Испании, находящийся в списке офисов на сайте. Вот. Можно посмотреть, что здесь раньше было. Вот эти сложенные зонтики раньше стояли на этом месте. Территория пустовала. Площадка установлена 2 дня назад. Вот, даже дети какие здесь играют. Вот таким образом мы можем многое. Площадка установлена за средства одного из участников по договоренности с администрацией. Вот. Значит, в течение примерно месяца велись переговоры с руководством этого частного владения, чтобы нам разрешили за свой счет установить эту площадку. Сама установка заняла менее 2 часов. Приехали, установили. И вот, пожалуйста, все это теперь функционирует. Все для вас, дорогие участники.